что воды нету, да, в домах есть? В домах нету. Там водовоз, кстати, теплая вода. В Королеве постоянно происходят аварии на городских коммуникациях. Рванула ночью холодная вода вот здесь, на улице Карла Маркса. Вот они, эти трубы, которые, собственно говоря, ровесники этого дома. Дом построен в 57 году, и коммуникации здесь никогда не менялись. Подобные мины замедленного действия, которые сегодня-завтра будут рваться, разложены по всему городу. Коммуникации действительно старые, трубы ржавые и просто уже не выдерживают. Давайте посмотрим последние случаи. В 22-м году это уже как минимум третье крупное ЧП. Вот авария на улице Подмосковной с затоплением улицы Исаева. А вот грандиозный разрыв магистрального трубопровода, который на несколько часов оставил без воды десятки тысяч людей. Хочется задать вопросы Павлу Каганову, руководителю АО «Водоканал», АО «Теплосеть» города Королёв. Почему в таком состоянии находятся трубы в нашем городе? Почему вода периодически не доходит до кранов, а разливается реками и озерами по улицам?